Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать стеклянный маникюр. Этот новый тренд в маникюре пришел к нам из Южной Кореи. Для работы понадобится специальная полупрозрачная фольга с разными переливами цвета. Я такую заказывала на AliExpress. Стоила она недорого, а хватит ее на долгое время. Ссылочку я оставлю в описании. Перед работой я сразу нарезаю кусочки фольги. У меня уже нанесена и высушена база, и теперь я наношу розовый гель-лак на все ногти, кроме безымянного. На него я нанесу черный гель-лак. Сушу в лампе. Далее наношу второй слой гель-лака и сушу. Я добавила на листик капли топа, чтобы в него окунать дотс и переносить фольгу. Фольгу я креплю на липкий слой. Важно не крепить кусочки слишком близко к краю, иначе они могут со временем отрываться. И еще чем мельче нарезать элементы, тем лучше они будут прилегать к ногтевой пластине. Затем каждый пальчик нужно внимательно проверить, чтобы фольга везде плотно прилегала, нанести топ и зафиксировать в лампе. Теперь наношу фольгу на черный фон. Фольга одна и та же, а смотрится она на разном фоне совсем по-разному. И еще для большей контрастности я захотела сделать на среднем пальце половинку ноготка черным цветом. Закрасила, просушила в лампе и также переношу фольгу. Наношу второй слой топа на все ноготки и сушу в лампе. Снимаю липкий слой. Затем белой гель-краской рисую узор на черном фоне. Узор посыпаю розовой акриловой пудрой, сушу в лампе и стряхиваю лишней щеточкой. Дизайн готов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. До новых встреч!